Средняя школа Демьянска новый учебный год встретила, заметно преобразившись. За счет средств национального проекта образования и меценатов здесь летом был проведен капитальный ремонт спортзала и приобретен спортивный инвентарь. А еще появилось новое оборудование для кабинетов технологии. Анна Вихрова оценила обновки. В программе рисуется, создаются эскизы, создаются свои проекты какие-то, именно образцы эмблем. И через компьютер или через флешку загружается в машинку, и будем пробовать это все осуществлять. А умная машинка сама сделает вышивку с идеальной строчкой по заданным параметрам. Уроки технологии для девочек в Демьянской школе теперь точно станут интереснее. Такое оборудование, которым может похвастаться не каждое городское образовательное учреждение, было приобретено на спонсорские деньги. Про мальчиков, кстати, тоже не забыли. В новом учебном году их ждало кое-что поинтереснее старых токарных станков. Все это современное оборудование, 3D-принтер, сканер и лазерный станок можно использовать на уроках конструирования и моделирования. Мы тоже не смогли пройти мимо современных технологий и приложили к ним свою руку. Мы запрограммировали лазер на самую простую надпись, а у школьников будет время потренироваться делать более изящные вещи. Тем более теперь у них есть и своя точка роста, которая напичкана современными приборами, ноутбуками и графическими планшетами. Да что уж там, преподаватели из новгородского кванториума уже учат их разрабатывать собственные мобильные приложения. За год Демьянская школа очень сильно преобразилась, здесь очень много чего сделано, но, опять же, это не последние здесь преображения, потому как мы планируем заходить на капитальный ремонт школы в следующем году. Сейчас готовим проектно-сметную документацию. Кое-какие отделочные работы уже были проведены этим летом. Вишенкой на торте стал капитальный ремонт спортивного зала. Обратите внимание, вот это у нас новые окна. Мы поменяли вентиляцию. Вентиляция у нас теперь сделана механическая. А еще новые душевые, раздевалки и спортивный инвентарь, который можно перенастраивать под разные возрастные категории и физическую подготовку детей. По сути, вот этот весь грандиозный проект по ремонту, капитальному ремонту спортзала, он родился на уровне помощи нашей детям, нашей молодежи. Затем был грант президента Российской Федерации, и мы снова приехали к детям. Теперь дело за самими ребятами. Несмотря на отдаленность школы от областного центра, они получили в руки все инструменты для учебы и освоения профессий будущего. Из Демьянского района Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.